Дорогая Юля, я тебя очень люблю и сейчас жду, чтобы наконец-то предложить тебе свою руку и сердце, и чтобы ты до конца жизни была со мной. Юлька, дорогая, блин, я сама очень сильно нервничаю. Хочу пожелать тебе и Никите такой вот большой, огромной любви. Никита сегодня целый день нервничает вообще, но он молодец, он держится, у него все прям получается вот так вот. Что желаю? Желаю вам любви, здоровья. Берегите друг друга, берегите отношения свои. На будущее детишек красивых, а они по-любому будут красивые. Самое главное, здорово. И что сказать? Самое главное, вы очень красивая пара. Все у вас будет просто замечательно. Реальное ощущение, конечно, если бы кто-то был на месте меня, другая девушка, она бы, наверное, тоже не подобрала слов, потому что слов, хочется сказать, тысячи, но не получается, потому что эмоции просто вообще захватывают. Смотрите, для Сережи у вас самый лучший, замечательный, воспитанный, лучший вообще сын на свете. Спасибо, что вы для меня его вырастили, заботились, и теперь он в моих руках, и я обещаю, что он будет счастлив. Спасибо вам, низкий вам поклон от меня.